Ситуация с этим самолетом, я считаю, это такое горе. Вот уже прошло сколько времени, до сих пор Россия плачет. Хоть ни одного российского, ни одного человека с России не было там. Мне кажется, что украинская сторона неправильно себя ведет, неправильно. И вот в этой ситуации главное, конечно, сейчас мир, переговоры и недопущение следующего вот такого крушения. Но вообще, мое мнение, я осуждаю, потому что это очень большое горе.